И все привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в игру под названием, с очень странным названием. Игра называется «Человек бросает физику». Какого фига? Какого фига эта игра называется? Ну, я так понимаю, это какая-то опять рэнкдол игра, где нам нужно кусать человечков. У меня уже какая-то традиция пошла про блочную бабку там, которая летает туда-сюда. То еще там этот чувачок. И потом, вообще, конечно, много. Это уже четвертый видос по этой серии игр. Кто там стучал? Ладно, это просто соседи, стенки, они, как всегда. Если на английском переводить, эта игра называется Human Truth Ragdoll Physics. Давайте посмотрим, что у нас есть в главном меню. У нас есть кнопочка Play, кнопка Setting, и можно выйти. Давайте Play кнопка попробуем. Вау! За какого мы парень? А, здесь уже все по-другому организовано. Но управление здесь такое же, и, наверное, здесь джамп. Вау! Вот это круто. А, что это за салаты? Вау. О, фарт? Ой. О, мы пердеть можем? Какого фига? Мы пердеть можем? И что это за салатики? Какого фига? Это не кусты, а какие-то салаты. Ладно. Давайте по ним попрыгаем. Так. Вот так вот напердим святые. И напердим еще. Короче, игра уже меня удивляет. Давайте посмотрим, что в этой игре можно делать. Ну, здесь можно взрываться, там вот эти вот. Все там такое. Давайте попробуем взорваться. Ё-моё. И раз, два, три. Бам! Прикол, конечно, приколдес. Так, ну мне интересует, что еще в этой игре есть. Кроме как пердеть и вставать. Я в шоке. Я не ожидал, что в этой игре можно будет пердеть. Я просто этого не ожидал. У нас есть костюм Эйс. Костюм Эйс, у нас какие-то челики, можно их купить. Только за рекламу. Это только за миссия комплекта. Ладно, давайте, что у нас по миссиям. Your Edge Soccer Goal. Короче, если мы выполним миссию, если сделаем гол! Уху! Это, по-моему, нам нужно где-то на футбольном поле сделать, что ли. Я просто не знаю. Вау, там есть аэропорт. Давайте напердим вот так вот. Какого фига в этой игре происходит? А что такое буст? Я так и не понял, что такое буст. А ну-ка, нужно интернет. Сейчас его включу. Мы посмотрим, что такое буст. Только рекламу я, конечно... Бач. Короче, я сейчас перезагружу игру, и мы посмотрим, что такое буст. Подождите. Короче, мне какие-то суперсилы дали. Оу! И что эти суперсилы дают? Ну-ка, давайте отключим интернет пока. Что эти суперсилы дают? То есть мы можем высоко прыгать, да? Чё суть? Бусты Power and Ja. То есть это означает, что мы можем далеко прыгать. Ладно. В принципе, это не так и нужно. Но у нас одна минута этой силы осталась. В принципе, это не очень-то и нужно, я бы сказал. Играем с бомжа, которую мы играли в Ragdoll Truth. Давайте попробуем на эту машину вот так вот запрыгнуть. Куда ты? Да машина, сейчас пропустим машину. Как так? Как? Иди сюда, тачка. Пожалуйста. Ну-ка, давайте прыгнем. И попробуем на тачку. Пау! Вот это мы улетели в небеса. Улетели в небеса. Да, мы за какого-то странного паренька играем, конечно, но все-таки это надо было протестировать. Ладно, мы пока летим. Так. У-ху! И перданем. Гениально.
Я хочу посмотреть, что в аэропорту. Давайте посмотрим, что в аэропорту. Я на пушку спецу. Так, у нас еще немножко осталось этой силы. Все, она прекратится. И потом сравним эти силы. Вау. Вау. Лёл. 4 секунды, 3 секунды. Так, давайте пока последний раз. И буст. Да. А ну-ка, давайте попробуем. Ну, он же и так же прыгает. Алло. Он же и так же прыгает. Нифига я так сделал. Ладно. Я, значит, зря посмотрел рекламку. Это полный был обман. Так. И давайте сейчас попробуем пульнуть его. Туда! Вау! Сейчас мы точно туда долетим, потому что мы уже очень далеко долетели. Так. Может, мы сможем еще на самолетах что-то сделать? Пока я этого не знаю, друзья. Интересно. Слышите какую-то угарную музыку? Ладно. Не буду придираться к этой музыке. Сейчас мы даже выше прыгаем. Ну-ка, на самолете. На самолете, да ему вообще пофиг. На самолете, не знаю. А как? Мы летаем в воздухе. Какого черта в этой игре происходит? Это какая-то проклятая игра про взрывы. Вот это мы бабахнули, конечно. Но далеко все равно не улетели. Ну, короче, я понял. Что это за карта? В ней такого ничего особенного нету. Самолеты не взрываются. Ну, разве что особенность в этой игре, что мы можем... О! Мы что, можем ехать, что ли? Уху! Поехали! Бомжар такой за рулем сидит. Стой! Я хочу покататься! Дайте мне покататься! Я не знал, что в этой игре можно кататься на машине. Так, садись. Уу! А что это было? Ё-моё, ё-моё! Какое здесь управление тупое, конечно. Всё! Такой король на Чили поехал такой. Так, разворачивайся. Ну, не так же сильно. Король такой на Чили, на расслабоне едет. Можем пердеть. Мы жопой сидим. Нам ни хрена не страшно. И мы такие падаем. Да, прикольно кататься на машине в этой игре, но... Все равно это как-то скучновато. Только на этих, да, тачках можно кататься. А чё мы на этих не можем? Это что, логично, что можно на этих? Хотя, не знаю. Давайте просто поедем в город. На Чили такие, на расслабоне. Ноги поставили на руль. Ну, кто-нибудь так хотел, чтобы водители... Напишите в комментариях. Вы хотели бы, чтобы так машина работала? О, дала! Ёпта! Вот это авария. Так, ну давайте попробуем еще раз. Так, авария не на славу. Давайте вот так вот на Чили, на расслабоне, вот так вот поедем. Разворачиваемся. Ё-моё. Здесь просто чувак неуловимый. Ладно. Поехали на Чили, на расслабоне. Вау, вау, вот это нас трясёт. На Чили, на расслабоне, покатаемся такие. Может даже... Вау! Вот это было круто. Ну ладно, друзья, давайте пропердимся под конец. Вот так вот пердить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Ваня Плей. Всем пока-пока. И вот такой вот пьяный, пердежный чувачок. Ладно, всем пока.